передается от Муавии, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О муадзинов, говорящих азан, будут самые длинные шеи в судный день». Когда воскресят людей, в судный день у муадзинов будет отличие от других. У них будут самые длинные шеи. Их будут узнавать по этому отличию. Это указывает на их достоинство и показывает их почет. Потому что муадзины объявляют, провозглашают о величии Аллаха Всемогущего Великого, Его Единобожия, и свидетельством для Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, призыв к молитве и к успеху, объявляет об этом из возвышенных мест, поэтому их воздаяние будет соответственно их делу, тем, что они поднимают свои головы, направляют свои лица, которыми они произносят азан, поэтому они будут с длинными шеями в день суда. И в этом указание на то, что человек должен стремиться быть муадзином. Даже если он будет где-то отдельно со своими товарищами, он должен спешить к этому. Как упомянули на прошлом уроке, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы люди знали, что ему готовы из награды за призыв, затем не нашли бы иного способа, кроме как бросить жребий, то они сделали бы это». Также из достоинств азана приводится от Абу Саид аль-Худри, да будет доволен Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто бы из людей, джиннов или кого-либо еще не услышал азан, кроме как они будут свидетелем за этого муадзина в судный день». Это также из достоинства азана, то, что его товарищ будет свидетельствовать за него в судный день, потому что он из призывающих на молитву, то есть муадзинов, что указывает на его достоинство, а также на его награду. Итог, то, что достоинство произнесения азана великое, и следует человеку стремиться произносить азан, кроме как, если в этом месте уже есть установленный муадзин, не дозволено ему переходить за рамки установленного и говорить азан, кроме как если его уполномочат сказать азан и тому подобное. То есть не подумайте, что человек теперь должен спешить в мечеть и произносить азан быстрее, чем это сделает установленный муадзин. Потому что это приведет к вражде с ним, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть человек не становится имамом для другого человека в его владениях, кроме как с его дозволения».